всех с огромным удовольствием приглашаю на главную спортивную арену России. Московские торпедовцы, один из легендарных отечественных коллективов, встречается с саратовским «Соколом». Такой немножко видоизмененный вариант. Черно-белые начинают и выигрывают. Но то, что команда «Сокол», команда, наверное, одна из самых молодых в ЛБЭТ лиги, это однозначно. Если хотите, амбиции нового руководства, я имею в виду президента клуба Славина, с которым мы говорили перед началом. Хороший момент у торпедовцев. Угловой. Первый угловой в матче. Меня встречает ошибка. Какой-то... Григорий Александрович, сейчас, ошибка. Сейчас. Гангадзе пробил. Момент был хороший, но там уже на ноге сидел соперник. Наверное, и поэтому не получилось такого акцентированного удара. А атака идет правым флангом. А дальше что? А дальше удар. Ну, можно было бы сказать, что лучше бы не бил, да? Но правильно делал, конечно, Чурич. Хорошее движение в атаке у торпеда. И можно сыграть направо. Следует передача. Прострел. Ой, как красиво можно забивать! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну вот эта передача. Ой, какая же красота. Мимо шестерых соперников. Великолепно. Просто великолепно. И как тут не вспомнить Йорди Рейна и его дальние удары. Итак, Гудков. Хорошая передача. Прострел низом. Момент! Что они делают? Они забивают гол. Они забивают гол. Морозов. Ну, что в этой ситуации сказать? Угадал Бояринцев? Ну, угадал, наверное, да. И я вам говорил, что я плохой отгадчик. Что идет самая настоящая кража времени. Что? Все! Я думал, что-то еще добавит, но видите как. Выиграл «Сокол», да, тяжелая была игра во втором тайме.